заканчивается плотность. Зарядка microUSB и немножко насадок. В руке лежит нормально. Так. Попробуем какую-нибудь. Цанга будет центровать. Что-то тут не то. Ну и останавливать его уже хорошо. Так. А как он поведет себя при зарядке? Сейчас узнаем. Скорее всего, будет мигать о том, что зарядка пошла. Так. Даже есть упор. Да, зарядка идет. В общем, такая вот штука прорезиненная на 600 миллиампер. У него 600 миллиампер часов. У него аккумулятор. И от 5000 до 15000 оборотов в минуту. Шайтан машинка. И удобный кейс для переноски. С амплуатуркой. В общем, как-то так. Ссылка будет в описании.